Привет. Идем, в общем, гуляем. Идем сейчас в кафешку. Вот. Я, моя подружка Тала и ее сынуля. Муж не пошел, Талан. У него там какие-то... Что-то он там черемонтирует, что-то. В общем, мы идем есть пиццу. И сейчас в парк. Сейчас в парк. Пойдем фонтанчик посмотрим. Загорели, трошки обгорели. Но красота-то, я бы сердце. В общем, я, честно говоря, не знаю, где пицца. Ну, сейчас покажем, что закажем. Центральная улица, тут даже прошли. По центральной улице. Все, идем, пошли-то. Кафешки всякие. В общем, идем туда, к фонтану. Транспорта, видимо, не видим. Пожалуйста, кому надо? Салон свадебных и вечерних нарядов. Девочки, выбирайте. Смотрите, какое платье вам подойдет. Такие дома. Короленко. Памятник. Ребята, я не знаю. Нашему любопытству нет предела. Мы, в общем, на лавочке увидели пакет. Решили подойти и посмотреть, что в нем. Ну, что, вон люди в кафе сидят, а мы пакет хотим. Может, у людей с этого самого? Я не знаю. Тала, смотри. А что я смотрю? А? Какие-то вещи. Вещи какие-то. А чё воры? Лоскутки какие-то. Нам, наверное, ничего не подходит. Тала. Ну, посмотрим. Какие-то платки. Что это такое? Ёбка. Нормально. Нормально? Что, надо тебе? Да нет. Что? Ничего не нашли подходящего. Да. Шарф мне не нужен. Шарф. Ну, да. Может, ну ладно. Нам ничего это не подошло. Пошли. Ой, ничего. Ну это кому-то, да, вот так надо и свои. А кому-то надо, да. Если бы нам подошло, мы взяли. Ну просто оно и размер не наш, и фасон не наш. Там тоже неплохо их. Нет. Тала переживает, Лариса нас взрывает. Мы просто посмотрели. Мы ж не крать вам. Ничего. Страшного в этом. Началочка подстричь. Так, в общем, идем дальше. Ну, любопытство нам пересилило. Понимаете? Ничего. Много зелени тоже. Вот, гляньте, розы. Розы вам ленты. О, девочки, это для вас. Всем по розе. Извините, а вы сидели? Мы думали, что вы забыли. Не, мы там... Мы просто посмотрели. Спасибо вам, ребята. Мы снимали на видео, как она сходила. Вот, видите как, ребята? Думали, что это мы забыли пакет, и побежали за нами, чтобы говорят, вы забыли пакет. Мы говорим, нет, ребята. Мы просто посмотрели. Так. В общем, тут тоже кафешка какая-то. Закат уже. Такое тоже интересное.
бар какой-то. Ну, у нас сегодня... Оп, булочки какие-то. У нас сегодня цветы и пицца. Калачики. Старые дома. Вот, еще немцы строили. Ну, все приходит, к сожалению. Ну, эксплуатация. Надо конструировать, все реконструировать. Ну, вот видишь, этот реконструктор, а этот что-то не... Ну, этот же никак не могут его. То все огораживали, то людям на голову кирпичи тут падали. Как-то так. Все, значит, пришли в такое кафе, пиццерию. А что тут пицца называется? Мама Мия, да, называется? Вот принесли нам меню. Что будем выбирать? Давай, выбирай. Ну, пиццу две валины. Вот. Ну, вот пиццу возьмем. Что еще? Попить что-то, да? Ну, я думаю, да, кока-колу надо брать. Кока-колу возьмем сейчас, пиццу. В общем, такая кафешка. В центре города. В общем, сейчас закажем. Довольно-таки долго они подходят. Тут мы уже практически определились с заказом. Вот, ну что-то никак нам никто не подойдет. Значит, бургер возьмем. Вот, безумный такой. Там, значит, возьмем. Я хочу. А, вот девочка подошла к нам. Ну, заказывай. Пиццу Дьяволина. Острая. Острая, да. Ждать минут 40-50 минут. 40-50 минут ждать. Это можно нам пойти погулять, потом прийти, да? А мы можем заказать, пойти погулять и потом прийти, да? Ну, оставить залог. Да, вот 200 гривен я оставлю, чтобы вы точно знали, что мы придем. Безумный бургер. Угу. Так, безумный бургер, потом пиццу. Вот, я хочу себе пасту. Вот. Где тут паста? Так, я хочу себе вот эту пасту. Вот. С семгой, да, с красной рыбой. Порцию. Ну и что еще? И кока-колу. Ну да, и кока-колу, что там, попить что-то. Все, да? Одну сколько? Она 3 идет. 3 доллара. Все? Юля, ты кофе, да, или пиво? Нет, я, наверное, тоже. Может, я потом кофе закажу, не знаю. Хорошо. Да, хорошо. Да. Вот мы вам, значит, залог оставим, пойдем погуляем 40 хорошо, минут пицца, и придем. Хорошо, пицца дьявола. За 130 гривен. Ага, это маленькая. Все, пицца дьявола, один безумный бургер, паста с красной рыбой, 1 и 3 колы. Все? Да. Хорошо. Да, все. Все, тогда... Все, 30 минут погуляем, пока нам сделают наш заказ. Вот, и потом вернемся, уже тогда поедим. Пойдем в парк погуляем. Ну вот, пришли в центральный парк. Такая конструкция какая-то. Что она означает, сейчас я не очень знаю. Тут каток зимой у нас был. О, каток. Видите, каток тут зимой делают. Да. Бренди, видите, люди так сидят прямо на траве такие. Фонтан. В общем, вот так как-то. Хорошо сделано. О, беги. Потому что лет мне еще. Да, беги сейчас. Хорошо. Покажи. Где лавочки? Так, видите, так. Люди, видите. Снимай, снимай. Вот, видите, покажи. Беги! Беги, сынок! Илья, беги! Беги! Ну чего? Застеснялся. В общем, хорошо.
Беги теперь. Беги. Это когда фонтан замирает, дети бегут через фонтан. В общем, такой прикол, видите, подсветки. Красиво, хорошо. Очень здорово. Красиво. Гимн Украины играет. Ну как ты тебе? Хотел пробежать, оставил там. На фонтане. Теперь мама. Мама пойдет за тапками. Теперь, в общем, будут Тала кричать. Тала, беги. Тала, беги. Да, правильно, давай, маме. Беги, Илья, начинает. Беги! Нет, подожди. Давай, Тала, беги. Беги! Да если я побегу, я забуду. Да я забуду. Сейчас посмотрим, как Тала будет бежать. И на тапочки забрать маму. Беги, Тапочка! Тала, я что-то не там. Давай, Тапочка! Седра утра. Тапочки лежат, он видит Тапочку. Он хотел бежать. И не получилось. Я оставил там тапку на фонтане. Теперь вот надо забрать. О, беги, молодец, давай, давай. О, молодец. Илюша. Ты как посмотрел, как папочка. Мы все забрали, оделся. Очень.